Всем привет, это Макс Белоусов. Я хотел с вами поделиться очень такой прикольной темой, которую я вчера понял. Я назвал ее теорию комнат. Вот у каждого из вас, у каждого человека есть своя комната. Комнаты, ну плюс-минус, это называется так, то есть 5000 рублей, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, миллион, 10 миллионов, 100 миллионов и так далее. В чем смысл? Предположим, вы зарабатываете сейчас 50 тысяч рублей. И вот вы живете в этой комнате за 50 тысяч рублей. То есть она называется 50 тысяч рублей. Вы привыкли к обстановке, к мебели. Тут комары летают. Вы привыкли к обстановке, к мебели, к этой лампе, там, которая напротив вас стоит, к этому дивану, там, к тому, что в 9 часов вечера показывают новости. Для вас это зона комфорта. То есть, ну, вы все это знаете, вам комфортно в этой комнате. И чтобы начать зарабатывать 100 тысяч рублей, все, что вам нужно сделать, это взять, открыть дверь и выйти из этой комнаты в неизвестность. И войти в другую комнату. Да, там вы не знаете, как там обставлена мебель, вы не знаете, какой там интерьер, вы не знаете, что там нужно делать, как там вообще жить. Как выйти из этой комнаты? Вам нужен импульс, то есть смена парадигмы, так сказать. То есть какой-то человек должен вам сказать, что вам нужно выйти, грубо говоря, из этой комнаты, хватит. То есть вы там уже, ну, пожили свое, так сказать. И, возможно, это будет какой-то знак, либо, не знаю, что-то случится, не знаю, лампа перегорит, вам придется тупо выйти из этой комнаты за 50 тысяч рублей. Вы из нее выходите и входите в новую за 100 тысяч рублей. Там обживаетесь, там, не знаю, полгода, год, 3 года, у всех по-разному. Очень важный еще момент. Даже если вы там зарабатываете 100 тысяч рублей, потом спускаетесь до нуля, вы все равно остаетесь в этой комнате за 100 тысяч рублей, потому что она у вас здесь остается. То есть вы можете продать диван, который у вас стоит в комнате за 100 тысяч рублей, телевизор, там, не знаю, купить новый. То есть, ну, это как, знаете, как синусоида. То есть, когда физику все изучали, все равно у вас есть какой-то предел, грубо говоря, вот этой комнаты. И вы, ваша амплитуда, она колеблется. То есть, она может колебаться как в плюс, так и в минус. Но при этом вы все равно остаетесь, ну, в этой съемной комнате за 100 тысяч рублей. То есть можете зарабатывать там 150, 100, 200, там, за 90, 50, 0, минус уйти, но все равно вы не остаетесь. Вторую важную вещь, которую я вчера понял, причем, ну, это как-то случайно пришло, то, что каждый человек, он, ну, если отойти от теории комнат, он развивается по экспоненте. То есть нет такого, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть человек не зарабатывает сначала 10, потом 20, потом 30, потом 40, потом 50 и так далее, по десятке, грубо говоря, либо по сотке двигаясь. Он зарабатывает так: 30, 50, 70, 100, 300 и потом миллион. Потому что вы начинаете по-другому мыслить просто. То есть вы начинаете другие пути решения искать. Когда вы зарабатывали 300 рублей и когда вы зарабатываете миллион рублей. Это совершенно другие действия. При этом вы затрачиваете те же самые усилия и просто прикладываете, как физики, вот эту свою F, то есть, ну, силу, или в другой, под другим углом, либо в другую точку. Это реально круто. Если вы это осознаете, это пипец, это просто шаблон полностью взрывает голову. Еще второе, то, что я вчера понял. У каждого из нас есть какая-то структура, которая вас держит. Ну, то есть, ваше окружение, так сказать. И ваше окружение, это вот как в биологии, знаете, однородная масса. Пока вы являетесь частью этой однородной массы, все окей. То есть все вокруг вас зарабатывают 50 тысяч, плюс-минус. Вы тоже зарабатываете 50 тысяч. Все нормально. То есть, ну, закон, так сказать, ну, однородности, он действует. То есть все окей. Но, комары. Но в какой-то момент времени что-то случается. И вы начинаете, грубо говоря, там светиться, отличаться от этой однородной массы. И тут у вас есть два пути. Либо вы возвращаетесь в ту же динамику, в ту же амплитуду, как остальные, и продолжаете быть частью вот этой структуры, вот этой однородной массы.
Либо же вы выходите из этой структуры и переходите в другую структуру, где амплитуда, динамика действий вообще другая. То есть люди уже зарабатывают 100 тысяч рублей, грубо говоря. Да, это может произойти не сразу, но вы можете мысленно быть уже там, а физически быть здесь. Ну, тоже такое, знаете, как открытие, озарение, что ли, назовите как хотите. К чему я все это говорю? У вас, предположим, сейчас вот эта вот комната, вы в ней живете сейчас за 50 тысяч рублей, либо за 100, либо за 300, либо за миллион. И вы думаете, то, что дай-ка я заработаю там, ну там на 100 тысяч больше, либо на миллион больше. Но постарайтесь просто взять и выйти из этой комнаты и найти другую по экспоненте выше. То есть не зарабатывать просто 50 тысяч рублей больше, а зарабатывать миллион вместо 300 в месяц. Или вместо миллиона зарабатывать 10 миллионов в месяц. И даже если вокруг вас все говорят, что вы не правы, что вы там, не знаю, сумасшедший, если вы мысленно там, вы туда придете. Все, спасибо.